Так, зашли в кафешку. Мы любим ходить по кафе. Сегодня мы по кофе. Красота. Там я себя вижу в зеркале. И себя можно поснимать, когда в зеркале себя видишь. Да, вот. Сидим, пьем кофеек. Я, мой любимый. Пойдем сейчас дальше. Пойдем гулять дальше. Так, по магазинам поскакали. Такая тут у нас красотень. Купили подарочки. Так что Юлечке, малышу, не знаю что, Вадише. Мы посмотрим. Может быть, что-то и Вадише тоже возьмем. Посмотрим. Вот мой любимый муж. Кстати, здесь такие красивые сумочки. Всякие разные девочки на весну уже готовятся. Всякие-всякие разные. Здесь какие-то картины. Так, тут что у нас? Тут всякое разное. Детская. Так, только что приехали с магазина. Сейчас покажу свои покупочки быстренько. Значит, вот в такой вот упаковочке я покупаю хлеб. Вот такой хлеб у нас с сыром. И разогреваю его. Получается очень вкусно. Первое. Второе, я купила себе вот такую вот щеточку. Заменить вот такую большую. Это большая, у меня очень много места занимает. И я себе купила вот такую вот польская щеточка, польский пластик. Потом купила вот такую вот свечку. Ну, вы сами знаете, скоро Пасха. И нам надо отвезти новую свечечку на могилке. Дальше купила вот такую вот упаковочку оливок испанских. Купила колбаску салями болгарскую, палочку одну. Купила, видите, семена. В основном вы видите, что я люблю салаты. Зелень, цветы, салаты. Обожаю. Дальше огурчики тоже посадим. Огурчики у меня хорошо растут. Дальше вот, пожалуйста, имбирь. Очень классный имбирь. Люблю маринованный имбирь. Щербет. Мой муж любитель. Я люблю вот такую пильку. Да. Кстати, если уж на чистоту, надо показывать все. По-честному. А то есть девочки показывают хорошее что-то, а что-то то, что они любят, не очень. А я очень люблю почистить с маслечком, чуть-чуть сбрызнуть уксусом, лучка. Да, супер. Так. Овсяные печенья. Мой муж любитель. Я люблю вот такие вот сушки. Дальше. Рис. Рис обязательно должен быть. Я беру тоненький. Пропаренный. Вот это вот. Очень хорошая, советую всем. Лапша. Особенно она классно в бульончиках. И с сыром отваренная. Тоже классно. Дальше я покупаю вот такой вот, вот глинтвейн. Но это не глинтвейн, это нектар. Вот он. Из чего он? Что туда входит? Сок виноградный, сок яблочный, сок черноплодной рябины, сок апельсина. Представляете, еще экстракт натуральной корицы и гвоздики. Так что всем советую такую вкуснятинку. Можно и с вином тоже. Так, вот такие сухарики я беру обязательно, потому что я очень часто делаю бульончики. Кстати, у меня уже готов бульон с петуха, поэтому пластик купила. Вот украинский пластик у нас вот такой вот, очень классный. Я пользуюсь таким на даче.
Мне очень удобно и решила взять сюда тоже, особенно вот перед летом. Когда я уезжаю, мой муж остается вот в таких штучках, салаты и фрукты очень удобно держать. Разных размеров, одно поменьше, одно побольше. Дальше, ну, естественно, картошечку, я ее уже отвариваю. Все, что я запекаю, сейчас я вам покажу быстренько, к чему я купила картошку. Я же картошку, мы картошку почти не едим, честно, только редко, очень редко, вообще крайне редко. Но сегодня запекаю рыбу и услышала, что мой муж краем уха захотел картошку. Я услышала краем уха. Тут же купила картошку и с рыбкой, вот путасу, она у меня уже запекается. Уже вот-вот скоро будет готова, уже запах такой пошел. И все, я вас всех люблю, целую, ваша Катя. Так, ну все, субботний обед. Здесь у меня этот супчик из петушка, я с петушка сварила. Здесь у меня вот такие вот, как вам сказать, хлеб такой, я покупаю хлеб с оливками. Вот, картошечка, как заказывал мой муж, и мой сын захотел. Это у меня салат из морской капусты. Это мои всякие солености, в том числе и помидоры черри, и физалис. Так, это что? Это глинтвейн. Глинтвейн я очень люблю. Ну, путасу я вам сказала сегодня. Главное блюдо – путасу. Уже снимаю. Кушай, мое солнышко. Кушай, моя любимая.